В июле 2020 года постановлением правительства Московской области 446-22 внесены изменения в порядок предоставления документов на компенсацию жилищно-коммунальных услуг работникам учреждений бюджетной сферы, расположенных в сельской местности. Начиная с текущего года для подтверждения льготного статуса работникам учреждений бюджетной сферы, расположенных в сельской местности, необходимо представлять документ, подтверждающий работу в данном учреждении в сфере образования, здравоохранения и культуры, расположенных в сельской местности. Ежегодно в сентябре данный документ необходимо будет предоставлять с текущего года. Направлять этот документ рекомендуем через портал государственных и муниципальных услуг Московской области услуги.мосрек.ру вместе с документом, удостоверяющим личность. Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии Раменского окружного управления социальной защиты населения